Пошли подарки распаковывать. Подарки робота. Планшет. Четвертый час рубец. Нет, потеряли ребенка. Да, да, воспитание. Ты учишь тогда, когда начнешь хорошо себя вести. Эти слезы не куплю. А ну быстро в угол. Кто в углу стоял? Но сначала поставь лайк на видео, и последняя цифра твоего лайка покажет, что ты получишь на этой неделе. Просто попробуй. Поставили? Умнички. Напиши в комментарии, что у тебя, и я обязательно поставлю тебе лайк. А если ты успеешь подписаться на канал и поставить колокольчик за 5 секунд, то завтра тебе придет на телефон 10 тысяч рублей. Скорее подписывайся. Пацаны, что делаете? Глен, ты что твои? Это вы дома сидите? Да я тебе сейчас... Пацаны! Поэтому мой план сбывается, все хорошо. Ну вообще не понимаю. Сидят там дома, как три сухаря. Сейчас Глен будет принимать солнечные ванны. Ребенок, как ребенок. Защитный крем, лосьон для детей. Это хорошо. Котики. Алка. Вот это мне надо. Хочется. Но. И. А, ловлю. Кобяков, давай ты попробуешь. Давай. Походу Глен домой просится. Пойдемте. Я для кого-то не очень. А что случилось? Да. Глен? Глен. Что с тобой? Гонял, более смелый был. Так, ну все. А сейчас чего? Беседу. Да, поняли. Все будет. До свидания. Блин, вообще, если котик. Так это ты, что кривляешься? В ребенка превратился. Да не, может это не Глен. Там же в подгузниках ползал. Я думаю, он нас пранкует. По-моему, здесь просто хорошо в образ вжился. Понаблюдаем за Глентом. Если он останется один, он устанет. Погнали! А Глентик пока один дома потусит. Хочу. Зачем он это обматывает туалетной бумагой? Я все. Все, он сейчас дом сожжет! Стоять! Че? Че такое? Ты что делаешь? Пацаны, он походу реально в ребенка превратился. Серега! И ребенок Глен! Тебя странно? Эй. Ребята, что эй? Сам ты странный. Вспомнить, когда он в первый раз начал вести себя как ребенок. Был наш Глен. Так, потом мы его понесли на улицу. О, пошли посмотрим место, где он загорал. Погнали. Детский крем. Вот, вот теперь все сошлось. Намазался кремом, значит его надо смыть. Молочу. А не пробьешь. Ага. Очередь на ворота. Легко, ты слабак, понял? И... Поймай его, полечайся обратно в нормального. Тише, Глен. Мячик, мячик. Я забил! Ты чемпион, ты лучший. Делать? Нужно ему каких-то игрушек купить. Мы же совсем не готовы. А ты, Кобяков, развлекай. Ну ладно. Давай, удачи. Маленький уже, лет 6, наверное, ему. Давай, в прятки. Ты прячешься, я ищу. Кто не спрятался, я не виноват. А теперь сюда зайдем. И тут тоже нету. Эй, ты обещал со мной играть. Да. Новая игра. У меня есть мячик. Давай, я кидаю, ты ловишь. Нет, это скучно. Давай в догонялки. Вырастешь, поймешь. Ты че, малой? Поиграешь, а я тебе за это жвачки дам. Ох уж эти дети. Ехали. Большие пакеты. Кобяков! Ты что спишь? А мне дядя Кобяков жвачку дал. Блин, молодец. Ты зачем так глубоко? Погнали! Сейчас тебе такую стрижку сделаем в наш салон. Так, сперва проведем небольшую. Удаляем. Кто первый? Так, ну давай я. Вот здесь нужно постричь. О, ребята, появилась идея для модной прически. Не-не-не. Кастрюля. Поняли? Это что получится? Так, ну сзади вроде готово. Оп. С вас сразу лайк, если понравится. Шок. Ну нормально. Клутой? Да. Круто, я клутой. По-моему, стрижка. Пишите в комменты, что мы молодцы. Канал подписаться могут только взрослые. Получится. Спускайся под ролик и проверь. Раз уж на то пошло, то это, про колокольчик не забывай. Красиво. Чё, тебя вообще на лысо пострижу. Ладно, пошли подарки распаковывать. Подарки. Ты был умным мальчиком. Угу. Так нельзя делать. Так насчет робота. Доставай, быстрее. Вау. А смотри, что там? Там ничего. Планшет. Нет. Тогда... Это мой подарок, нормально. Ого, он ловко, уже игры качает. И фотки. Ага. Может, еще скажи, для учебы подарил. Нормально. Ребенок занят, а мы пойдем со своими делами позанимаемся. Ладно, играй. Я к пацанам. Четвертый час рубится. Оторваться не могу. Не испортит, потом очки будет носить. Дело говорит. Другое поиграем. Нет, футбол. Нет, потеряли ребенка. Да, да, воспитание. Пирог. С яблоками. И с яблоками, и с ягодой, чтоб ничего не запачкать. Куда на стол? Сюда.
Лёва, с тобой готовить? Я буду готовить, а в конце ты сделаешь самое главное. Давай, начинай. Я не умею. Ты про себя считай тогда. Буквально 5 минут, и тесто будет готово. Пилог. Что это? Только дай попробую. Ты пробуй. Сахара не хватает. Фу, Товил. Кто обижается? Да то, что пирог невкусный. Извиняться. За что? Ну давай, не извиняйся. Идемте. Можно? Можно. Мы пошутили. Очень вкусный. Каждый день я бы его ел. Мирись. А что там у тебя? Покажи. Да ничего. Давай. Смотрите. А что это за девочка? Глентик уже большой у нас. Красивая. Ухаживает. Серега, давай только не ты будешь учить. А то там очень просто. Подошел к девочке, за косички дернул. И... Пойдем погуляем на улице. Я тебе все расскажу. Будешь видео снимать, лайки собирать, комментарии. Научишься еще. Тут рыбки живут и лебедь. Куда? Ты что делаешь? А что? Ну никуда не уходи. Алло. Глентик, только что был здесь. Глент, ты где, Глент? Глент, нужно срочно сказать пацанам. Как пропал? Надо его искать. Ребенка. Он чуть было моей дочке косы не оторвал. Этого оболтуса у своей дочери больше не видел. Ты что ты делаешь? Хорош кричать на него. Ты вообще молчи, ты его за косячки учил. Ты возле пруда его оставил. Так что все виноваты. Учишь тогда, когда начнешь хорошо себя вести. А на эти слезы не куплю. А ну быстро в угол. Мальчики, не делаю. На, пацаны, может, все-таки простим его? Планшет вернем. Глен, держи планшет. Но что в углу стоял? Вот видите, 15 минут уже молча стоит. Вообще не пришло. Ты туалетка. И мне пришло. Учу. Да ладно тебе, это же ребенок. О, мне тоже. С авторитет. Иди и занимайся его воспитанием. Иди, отстань. Иди. Глентик, пошли плавать. Круто. Пальчики в карманах носишь? Да. Значит, будем учиться. Чем больше прыск ногами... Клуна! Теперь вместе. Молодец. Так, вылазь из круга и залазь ко мне на плечи. Я сейчас на счет раз погружаюсь, прыгаешь назад. Понял. Давай. Три. Клуна! Получилось. Неплохо у нас с тобой в команде получается работать. За то, что он такой дерзкий. Ясно. Хорошо. Сушиться! Серега, классное место! Фух, вроде подсушился. Серега! Невозможно словами описать, лучше увидеть. Офигеть! Обалдеть! Вы меня в аэропорт привезли. Оформлен в стиле аэропорта. Настоящий самолет. Охренеть! Это Кобяков научил. Именно! И здесь есть просто все. В этом городе есть детские версии всех. Нефти, офисы, лаборатории. Вот здесь у нас авиационная академия. Ну и понять, твое это или не твое. Не твое? Найдешь что-нибудь другое. Пошли, не работает. Ау, у меня не получается. Инструктаж. Давай, выходи, я тебе сейчас все покажу. Делом. Усаживаемся поудобнее. Убедились, что мы все видим. Ну что, все понял? Глент! Мы в других кабинках. Глент, сбежал! Город! Я вниз! Побежали! Скорая помощь! Это же скалодром! Тюха! Глентик! Даже я так не смогу. Пойдемте скорее. Вау. Бежал бы сюда и начал бы изучать профессию актера. В следующий день я могу быть царем. Кем вы хотите быть? Пожарным или полицейским? Напишите свою будущую профессию в комментариях. Так, нет, здесь его нету. Надо искать дальше. Если не в банке, там же как раз можно укрыться. Версия банка. Банкомат. Бронежилет. Смотрите, настоящее хранилище. Попасть. Ну, конечно, размечтался. О, пожарная часть. Спасатели точно мне помогут. Слушайте, Кобяков на пожарке. Так. Все, трогаемся. Глент! Может, он вообще на почте в коробку попал? День тут можем искать. Город настолько большой. Но мы до тебя доберемся. Да вот же он! Олег, ты что? Что происходит? Я хотел быть Человеком-пауком. Ты что, Носкин? Последнее предупреждение. Предлагаю его воспитать немножечко по-другому. Не хочу в детский садик, хочу в туалет. Не врешь? Моложеное. Нет. Купи. Ты дурачок, мне уже 6, нам сюда. Давай, иди без сюрпризов мне. Я тебя здесь подожду. Это дело воспитывать детей. Столько сил отнимает. Прикинь, сегодня воспитываю ребенка настоящего. Классно? Я для него авторитет, как старший брат. Давай, наберу потом. Пока.
Ты родной, ну ты скоро? Клен! Они мне голову оторвут! То это мы одни, без Кобякова. Я убежал. А, давай, давай, давай. А Кобякову давай не скажем. Ну что, рассказывай стишок. Таких трунделей дадут. Где им дыро? Хочешь денег заработать? Хочу. Для детей от 4 до 100 нолей. Шедевр. Оставим этот стишок в комментариях. И бонус. Поехали на машинках покатаемся. Шеренгу. У-ху! Так, раз. Тапочку в пол. Втопил педаль. Умничка! Так держать! Что ему еще делать? О, вспомни лучик, вот и солнышко! Поверите, что сейчас произошло? Ты где был 20 минут? Лен, Кобяков, Гулен, Влад, бумага! Вратился. Ну тогда это, чей? Приезжай. Че больше накосячил? Ладно, пацан, беги. Полился, поэтому половина. Все, беги. Глентик, едем домой, давай, давай. Тихий час. Ну ему встать не обязательно. Пойдем. Пойдем, пойдем. Готовься ко сну. Так еще же светло. Так, кроватку. Да, пацаны, конечно, утомляют. Займусь мелким. Давным-давно в 39-м царстве. Дура, который уснул на солнце. Просыпайся. Ты столько на солнце лежал. Дайте фитилек, дайте фитилек. Я же кремом намазался. Напекло, такой сон приснился дурацкий. Крались. Ладно, Глентик, ты это подтягивайся. Прическа нормальная? Колготок нет? Не засыпать на солнце. Всем пока.